На конкурс дети читают стихи, стихотворение читает Варчук Вячеслав, 5 лет, город Тюмень, детский сад 167, Фетисов, письмо. Мы бродили лесами, щедрой нас и земли, землянику искали, а землянку нашли. Над землянкой на бровнах холм песчаный навис, 5 ступенек для ровных спускаются вниз. И когда мы сходили в темноту под уклон, из-под ног покатился небольшой медальон. В нем записка солдата, желтоватый листок, без фамилии и даты, людям несколько строк. Я последний остался, заперт, выхода нет. Мы фашистам не сдамся, вам, живые, привет. Мы молчали недвижно, честь героя-бойца. В тишине было слышно, как стучали сердца. Из землянки холодной, где нашли медальон, как поклонник глубоком, выходили в наклон. И никак не поверить, что того уже нет, кто в бою перед смертью слёт народу привет. Высли листья колышут, золотый солнечный свет. Мы шагаем, мы слышим, вам, живые, привет!